пойдем. Дамы и господа, сегодня вы будете созерцать бездарность наших сценаристов, которые за месяц до фестиваля поняли, что жизнь – боль, идей нет, пора косплеить самих себя. Поэтому сие произведение покажет вам, как фестиваль проходит с нашей стороны. Итак, мы начнем с команды приезжих, которые с утра на съемной квартире собираются на фест. Так, уже 5 утра. Я готов. Где все? Заказываем такси! Фестиваль через 9 часов! Мы не успеем! Пока окей, я еще педикюр не сделала. Но ты же выступаешь в закрытых сапогах! Но я же буду знать, что его нет! Да! Фуа-гра пригорела. Зато у нас есть невина. До поста осталось 8 часов 45 минут. Мы не успеваем. Где мой паяльник? Я не хотел вам говорить, но я немного не доделал свой костюм. Каждый фест одно и то же. Держи, родной, свой паяльник. Если еще раз найду его в нижнем белье, засуну сам знаешь куда. И богу, дитё малое, кушать надо вилочкой. Я вижу, твой уже высох. Видишь, тело лежит. Отнеси его в соседнюю комнату, свяжи и засунь кляп в рот. Она уже и так готова. Что, кашу мало ела? Давай помогу. И вот, спустя всего 8 часов, за 10 минут до феста начинают собираться местные. Эй, Ламер, ты должен был у меня быть еще полчаса назад. Мамочка, еще полчасика, мне ко второй паре. Ну все, я уже готов. Надо вызывать такси. Какое такси? У меня вчера Ростик одолжил всю оставшуюся стипендию. Давайте на трамвае, как раз его соберем, а? Апчхи! Да кто меня опять вспоминает? Мама, где мой костюм? Да папа не видит, папа не видит, что ли? Зачем ты его постирала? Давай быстрее! Печалька лежит на рельсах, задерживает трамвай. Ее сейчас в психушку заберут за попытку суицида. Отлично! Может, забудет о долге, когда выйдет. Подожди, надо феном костюм высушить. Нормальные косплееры записываются на генеральную репетицию на сцене, приходят вовремя и все равно ждут. Ничего не вижу в этой маске. Но я же мужик. Я же могу отыграть роль гея. Акане, тебе звонят.
Чек, это плохая подводка. Пользуйся Орифлеймом. А это что здесь делает? Я же вообще не курю. Пока они ругались и спорили друг с другом, их время вышло, и их выгнали со сцены. Ну а наши местные красавчики, как всегда, опоздали на фест на пару часов. Их выступление перенесли в последний акт, и репетировали они в ближайших кустах. Пацаны! Пацаны, мы проспали фест! Репетиция закончена! Второй акт закончен! Будем репать на улице! А давайте бахнем для храбрости. Мы слишком долго спали, и потому не успели ни одеться, ни накраситься. Отставить панику! У меня есть двухсторонний скотч и акварель. Еще на три номера, и пинками сидеющих организаторов была выгнана на сцену. Пацаны, я слов не помню. Дебил, сон анимает. Они
что так вышло? Прям как настоящее. Только пахнет странно. Поаккуратней. Носки сейчас вывалятся. Слышь, а ты хоть что-то видишь сквозь бутылки, а? Нет, давай пропустим эту часть. Нет времени объяснять. Уже напившиеся Карвалола организаторы решили их таки убрать со сцены. Не, ну а о чем? Мы нормально выступали, не? Пришло время антракта. Со мной сфоткалось ровно 38 людей. Я считала. Надо было больше, чем по десятке за фотку брать. Ну ладно, хоть билеты отбила. Девушка, а давайте познакомимся. О боже, это судьба, давай пошли. А вы покурить? Я сам. У меня тут есть, детка. Только надо еще немножко водочки добавить. О, какая телочка. Знаешь, почему у меня столько глаз? Чтобы лучше тебя видеть. Запах твоих духов сильнее даже моего перегара. У вас такие длинные ноги. Вашей маме зять не нужен? А твой папа часом не батон? Нет? Тогда откуда у него такая крошка? Тут член жюри вышел. Давай, иди работать. Зря мы тебя в Казбен, что ли, брали? Остались довольны, если вы понимаете, о чем я.
ни о чем, отыгрыш нулевой. Мы все равно были лучше всех. Да, да, да. А ребята, вы были великолепны! Пацаны, мы потратили последние деньги на спецэффекты. Сегодня не бухаем. Сладенький, я все поставлю. Давай, повеселимся этой ночью. Норт, поработай и ты на благо Казбенда.